Ха-ха, съели. Я скачал бесплатно. Ха-ха, я 0 рублей заплатил за вот эту вот хрень, которая стоит 20к. И всем хай, с вами мистер Эльтрон. Сегодня я вам расскажу, наверное, вы уже видели по началу ролика, как за 0 рублей или долларов получить себе платную игру. В Play Market все официально, все нормально. Переходим в игры, платное нажимаем. Вот она вот как бы вот нам тут вылезает. Вот. И вот, например, вот давайте вот я, вот, например, вот эту вот. Вот видите, как бы идет распродажа игр. Вот, вот они на этой распродаже игр. Можно скачать какую-нибудь игру бесплатно. Вот, которая платна. Но тут она пока что бесплатна. Вот, не, вот, например, вот это вот. Давайте посмотрим, сколько она стоит. 279 рублей. А сейчас она стоит 85. Вот, ну я не знаю, за что тут отдавать деньги. Ну, ладно. Вот мы можем вот так вот листать, 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 листать. Вот Майнкрафт вы тут точно не скачаете. Видео у меня есть, как скачать его бесплатно. Если вы хотите, чтобы я скачал... Ой, вот это, блин, все перепутал. Чтобы я записал ролик, как скачать GTA San Andreas на телефон бесплатно. Да, вы не ослышались, бесплатно. То переходите на мою страницу в ВК. Там будет опросик. Вот. Давайте вот я покажу свой аккаунт. Так, аккаунт, вот. История заказов. И вот видите, вот как у меня сейчас все бесплатно. Вот она, вот эта вот штука. Она стоит примерно вот столько же, сколько стоит и вот эта вот штука. Вот это типа не проще версия, но стоит она столько же, 3 плюс. Если вы хотите на нее обзор, то я ее скачаю, покажу вам, что это такое за бриллианты. Тут какая-то игра, я в нее не играл. Вот, вот это вот мне понравилось, игра, я в нее поиграл, классно, можете скачать. А вот это вот мне больше всех понравилось, вот такая вот игруха, прикольненькая. Ну, я их все удалил, потому что они мне не нужны. Вот, ну и всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте очень много лайков. Всем пока, 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 пока.